Всем здорово! Вы на канале Поршень Покинул Чат. И сегодня у нас видео о том, как убрать шигрень или в простонародье апельсиновую корку после покраски своими руками. Не переключайтесь, смотрите до конца, видео интересное и информативное. Поехали! Вот, видим, на данном видео у нас, я не знаю, видно на камеру или не видно, но скорее всего да, видно, что образовалась шигрень, апельсиновая корка после покраски, и сейчас мы ее будем убирать. В общем, первое, с чего нам нужно начать, первое, самое важное, это хорошо вымыть машину, чтобы не было никакого песка, пыли и так далее, потому что в дальнейшем это может привести к царапинам. Мы помыли машину, все окей, и начинаем, вот в нашем случае это элемент дверь. Начинаем зашкуривать, стартуем с градации в 1500. 1500 прошли, потом используем градацию 2000. После 2000 уже можно использовать 3000. После того, как мы зашкурили 3000 градацией, берем, хорошенько промываем и после этого просушиваем, чтобы машина была сухая. После этого можно приступать к полировке. В общем, с чего мы начинаем? Берем пасту под номером 1. Я думаю, сейчас вы видите фотографию, как она выглядит, наша паста. И твердый круг, который убирает более глубокие царапинки. Намазываем пасту и хорошенько берем так машинкой и размазываем. Размазываем, потом на маленьких оборотах немножко подготавливаем, то есть лак, прогреваем его. И дальше уже можно идти чуть больше обороты, там, например, 3-3500 оборотов. И уже на этих оборотах можно работать. После того, как вы закончили с пастой номер 1 и кругом номер 1, можем приступать к финишной полировке. То бишь, так скажем, ну как оно, как молочко идет или что-то. Ну, блеск дает, блеск и красоту в основном. Берем круг, который помягче. В нашем случае это там серый, мягкий круг уже для финишной полировки. И также само. Размазали и пошли там 3-3500, можно даже 4000. Ну, нужно следить обязательно, чтобы не перегреть лак, не держать слишком долго в одном месте. И вот, ребята, после проделанной работы, вот такой результат мы имеем. Ну все, ребята, наше видео подошло к концу. Надеюсь, для вас оно было полезным, информативным. Обязательно поставьте палец вверх, напишите комментарий, отправьте друзьям и подпишитесь на канал. Всем хорошего дня и до встречи!